Светач, первый вопрос. Как команда добралась, как дорога? На автобусе добирались, все-таки немножко далековато. Не, ну мы выехали, изначально планировали выехать раньше, поэтому все нормально. Ребята сегодня целый день восстанавливались, поэтому не вижу никаких проблем в плане именно дороги и как мы добирались. Сюда не поехал Макс Швецов. Насколько сильно это вот заставит вас корректировать завтра свои планы на игру? У нас есть несколько так... Мало времени было, но все равно есть несколько заготовок, то, что мы хотим использовать. Важно, чтобы ребята сумели быстро перестроиться. Как в целом состояние команды? Психологическое и функциональное? Так, у нас одни игры, поэтому только восстанавливаемся. Тут здесь пока сложно. Но есть положительный момент, что уже во втором тайме с Батэ мы добавили именно в движение. Это, я считаю, что такой момент, который меня так... Если мы обычно до этого все игры мы во втором тайме сбавляли, то в этой игре мы уже были более активны, чем первый тайм. Первая игра на выезде – это стратегические плюсы или все-таки без разницы вам? Никогда не 50 на 50, все точно так же. Поэтому единственный, наверное, минус, что там тот же Макс Швецов бы. Поэтому если мы могли бы усилиться, подписать новичков, то, конечно. Но опять же, новичков еще надо подготовить, подвести. Поэтому работаем. В целом, как первое впечатление о стадионе, о газоне? Это хороший стадион. Я считаю, что мы играем плюс-минус на таких же. Ничем не лучше, ничем не хуже. То есть... Много болельщиков ожидается из Минска завтра. Я думаю, для команды это определенно плюс в любом случае. Значительный плюс. Поэтому поддержка ребятам нужна. И хорошо, что я говорю, в этом году вернулся фан-сектор наш. Вот. Понятно, что мы еще не оправдываем их доверие. Вот. Но все поменяется, и я в этом уверен.